Я не знаю, как мне быть. Начал старшим я грубить, скажет папа, дверь открыта, притвори ее, герой. Я ему в ответ сердито отвечаю, сам закрой. За обедом скажет мама, хлеб лапуся, передай. Я в ответ шепчу прямо, не могу, сама подай. Очень бабушку люблю, все равно и ей грублю. Очень деда обожаю, но и деду возражаю. Я не знаю, как мне быть. Начал старшим я грубить, а они ко мне. Голубчик, ешь скорее, стынет супчик, а они ко мне, внучок, ляг-ка лапуся на бочок. Я такое обращение ненавижу, не терплю, я киплю от возмущения, и поэтому грублю. Я не знаю, как мне быть. Начал старшим я грубить. До того я распустился, что грублю я всем вокруг. Говорят, от рук отбился. От каких, скажите, рук?